В начале сентября в Калуге состоялся первый всероссийский форум «Дети. Россия. Будущее». В его работе приняли участие более 700 делегатов из всех российских регионов. Побывали на нем и куряне. О мероприятии участники рассказали на заседании Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Курской области. Участники первого всероссийского детского форума поделились своими взглядами на актуальные проблемы современного общества. Да, на местах мы работаем, да, у нас выстроен диалог. А что если собрать всех детей вместе и задать им, допустим, вопрос, услышать, как они готовы к жизни, какая у них гражданская позиция, что они думают о политике государства, о правам ребенка на сегодня, по поддержке семьи. Все участники распределились по разным секциям в зависимости от интересов. Анна Соловьянова выбрала духовно-нравственное воспитание. Первая идея, например, я считаю, что вот у нас очень много развелось зарубежных фильмов. То есть и это на самом деле немного губит нашу молодежь. Я считаю, что можно почаще показывать русские фильмы, где объясняют, рассказывают о наших традициях. Второй важной темой стала поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии побывали и те, кому проблема знакома не понаслышке. Хрустальная девочка Полина Воробьева и мастер спорта по фехтованию на колясках Игорь Ушаков. Они пообщались со школьниками и доказали, что преграды преодолимы. Главное – сила воли и поддержка окружающих.